Непомерные аппетиты чиновников возмутили депутатов. Сегодня Кабинет министров отстаивал свои уточненные расходы. Цифры в докладах выросли сразу на 2 триллиона 700 миллиардов тенге. Министры привычно кивают на поручение президента, но не всех устроили такие объяснения. Особенно, когда речь зашла о гараже за миллион долларов или о выставке за 800 миллионов тенге. Ардак Сагидулла расскажет, чем закончились денежные дискуссии. Казахстанское правительство сегодня с самого утра разъясняло депутатам, куда они тратят деньги. В этом году расходы увеличились так резко, что пришлось уточнять, а местами даже пересматривать бюджет. Кабмину нужны дополнительные 1 600 000 000 000 тенге. Причем из нацфонда больше брать неоткуда. Все свои траты министры привычно объяснили поручениями президента. Видимо, поэтому главы ведомств, безмятежно улыбаясь, заходили в зал для заседаний, перелистывая бумаги и переписываясь по телефону, а уже дальше по привычному сценарию. Все было гладко, пока депутаты терпеливо слушали доклады. Ведь едва они закончились, всплыла масса нестыковок. Вот, например, Мининдустрия запросила сразу 800 миллионов тенге для участия в промышленной выставке в России. Причем тут поручение президента, возмутились мажилисмены. И зачем для этого брать деньги из нацфонда? Отдельные администраторы уточняют бюджетные программы по причинам, не связанным с поручениями главы государства, ни с программными документами. И если сложить сумму, на которую уточняются их бюджеты, то она получается очень внушительная. Вот некоторые примеры. Министерством нацэкономики предусматривается 394 миллиона тенге, которые планируется потратить на социологические, аналитические и консалтинговые услуги. И таких примеров очень много. Глава Минфина слабо попытался заверить, что Кабмин и так экономит, и неэффективные траты, несомненно, сократят. Но в итоге признался, денег в резерве правительства попросту нет, так что нацфонд придется снова потрясти. Как вы знаете, после январских событий у нас резерв правительства практически исчерпан. Поэтому в начале года мы провели корректировку, и в этой связи как раз таки мы повышаем возможности резерва правительства при уточнении бюджета. Правда, такие доводы еще больше разодорили депутатов. Лидер фракции Акжол упрекнул чиновников в том, что январские события их ничему не научили. Сомнительные траты все время растут. Вот и атырауские власти отличились. Запросили баснословные деньги для пожарной станции всего на две машины. На строительство пожарного депо на два автомобиля в селе Миала запланировано 584 миллиона тенге, то есть 1 300 тысяч долларов. За миллион долларов можно не то что бокс на две машины, а весь аул скупить там. Но когда мы просим обосновать расчеты, нам отвечают, все согласовано с ПСД, экспертиза тоже одобрила. Это не ответ. Мы много видели и ПСД, и экспертиз, у которых рука руку моет. Расходов депутаты в итоге не согласились, поэтому предложили чиновникам оставить в покое деньги нацфонда и взять 1 600 000 000 тенге в сам рук казына. Как раз чистый доход холдинга за прошлый год равен этой сумме. Но в итоге ничего не изменилось. За бюджет проголосовали едва ли не единогласно. Даже те, кто горячо критиковал ненужные расходы. Но все же, почему вы проголосовали за? Потому что сами затраты, они необходимы. Потому что иначе получилось бы так, что то, что мы требовали все эти вот последние года-два, получается, правительство пошло на встречу, включило их, а мы так против этого проголосовали бы. Это было бы неправильно. Проект закона уже ушел на подпись президенту, после чего из национальной копилки все же возьмут недостающие деньги. Всего, чтобы перекрыть расходы на этот год, правительство изымет из нацфонда 4 триллиона тенге. Ардак Сагидулла, Ернар Сайлаубаев, столичное бюро КТК.